Всем привет! Меня зовут Виолетта, и я начинающий видеоблогер. Но сегодня речь пойдет не обо мне, а о моем любимом увлечении. Какое же у меня любимое дело? Конечно же, это слаймы! И сейчас я буду делать слайм. Для этого мне понадобится мисочка, гель, пена и клей. Теперь я беру тетраборат натрия, это загуститель, добавляю немного и буду мешать в руках. Слайм готов, и сейчас я буду его украшать. Вот такой вот у меня он получился, беленький. Сейчас берем баночку, делим на две части. Вот. Дальше красим в синий, в розовый и фиолетовый цвет. Можно фломастерами или гуашью. Я фломастерами. Сейчас я буду складывать слайм. Вот я покрасила. Это фиолетовый, а это розовый. Сейчас покажу, как надо положить. И надо еще сохранить кусочек белого, он тоже понадобится. Сейчас покажу для чего. Вот кусочек белого маленький. Сначала мы кладем его на дно. И сейчас кладем вот так вот слайм. Вот так вот. Это розовенький. И фиолетовый сейчас положу. Сейчас покажу, что получилось. Вот так вот у меня получилось. И вот так вот тут. Сейчас я взяла вот такие вот блестки. Это розовенькие. Фиолетовые такие вот и посыпка. Сейчас я розовенький на фиолетовый. Розовые блестки на фиолетовый слайм. И вот что у нас получилось. Сейчас мы узнаем, что думают о слаймах мои друзья. Никита, ты знаешь, что такое слаймы? Слаймы? Да это ваши девчачьи штучки. Девочки, а вы любите делать слаймы? Делать слаймы – это очень круто. А я прям после школы приду и сделаю новенький слайм. А вы знаете, вчера мне приснился очень странный сон. Радужный единорог создает слаймы. На зов единорога слетаются магические блестки и наполняют баночки своей силой и красотой. Но как только наступает ночь, в комнату пробирается лунный единорог. Она услышала звон волшебных блесток и тоже хочет создать свой слайм. Но к ней волшебные блестки не летят, и вместо радужной у нее получается черная баночка. Единорог плачет от отчаяния, и ее слеза падает на слайм. И вдруг он обретает новые космические краски. Теперь ты знаешь свою уникальную силу. Всем привет! Никита, ты знаешь, что такое слаймы? Слаймы? Это ваши девчачки. О моем таланте. Мой любимом деле. Я знаю.